5-6 июля на территории музея-заповедника имени Александра Сергеевича Пушкина пройдет очень важное как для Одинцовского района, так и для всего Подмосковья событие «Пушкинские чтения». Для того, чтобы праздник прошел без заминок и срывов, очень важно решить вопросы по обеспечению надежного электроснабжения всей территории усадьбы. В ходе подготовки к мероприятию в настоящее время здесь проводятся работы по улучшению уличного освещения на территории самого музея-усадьбы и за ее пределами. В ходе учений было симпровизировано полное отключение по обоим водам под станцией 261. Директор Государственного историко-литературного музея-заповедника сообщает по мобильному телефону о том, что пропало электроснабжение. Персонал Одинцовских электросетей проверяет наличие напряжения водного устройства. После определения неполадок вручную производится переключение на резервное питание и за максимально короткие сроки, около 10 минут, электроснабжение музея возобновляется. Учения прошли при личном участии первого заместителя министра энергетики Московской области Андрея Лукашова. В тренировке было задействовано 12 человек личного состава плюс 3 машины инженерной техники. Дизель-генераторная установка на 300 кВт, передвижная лаборатория и машина оперативно-выездной бригады. Они прошли на высоком уровне, то есть показали готовность Одинцовских электросетей, готовность персонала к оперативному реагированию в случае возникновения нештатных каких-то ситуаций. И в целом показали высокий уровень и технической готовности, и организации у наших энергетиков. Ну, в данном случае речь идет об Одинцовских электросетях. Хотя, в принципе, я хотел сказать, что в целом энергетики Подмосковья обеспечивают одни из лучших показателей в стране по уровню надежности и качества электроснабжения территории Московской области. По словам заместителя генерального директора ОАО «Одинцовская электросеть» Александра Четверкова, подобные учения проходят не реже одного раза в квартал. А сегодняшняя у нас тренировка, она у нас внеплановая. Она у нас внеплановая в связи с тем, что у нас в первых числах июля будут происходить мероприятия соответственные, пушкинские чтения. И в связи с этим, по поручению Министерства энергетики Московской области с принятием личного участия первого заместителя министра энергетики Московской области Лукашова Андрея Ивановича, проведена сегодняшняя тренировка. А сегодняшняя тренировка, она предназначена для обеспечения слаженных оперативных мер по восстановлению электроснабжения. Тренировка показала, что все действия линейного персонала Одинцовской электросети выполнены оперативно, слаженно, все доведено до автоматизма. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».